Привет, дорогие друзья! Сейчас нахожусь рядом с ареной Стожицы, которая находится в Любляне. Сегодня начинается чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. И сегодня играет Словения с Великобританией. Друзья, чем хороша Словения? Вот такая маленькая страна, но для тех, кто любит спорт, заниматься спортом, и не только заниматься, а и смотреть соревнования, здесь самый настоящий рай. Потому что спортивных мероприятий здесь проходит очень и очень много. Вот смотрите, я 7 лет здесь нахожусь, 7 лет, как я живу в Словении. И я уже был на чемпионате мира по мини-футболу, потом был на чемпионате Европы по волейболу, на мужского чемпионат Европы по гандболу, различные кубки мира по биатлону, чемпионат мира по прыжкам. Это все, друзья, за такой вот короткий промежуток времени. Вот рядом здесь находится стадион, еще большой, одноименный тоже, Стожица. Где проходят матчи национальной сборной Словении. Кстати, скоро будет матч такой серьезный с командой Дании. Словения сейчас одна из лидеров в группе. Поэтому этот очень, очень важный будет матч. Посмотрим. Ну вот, стадион такой небольшой. Еще время где-то минут 30 до начала матча, так что можно не торопиться. Ну а так, Словения, повторюсь, уникальная страна в плане любителей спорта. То есть спорту здесь уделяется большое внимание, очень много разных секций. Проводятся постоянные турниры, не только среди профессионалов, но и среди любителей. Постоянные марафоны и бег, и на велосипеде. Ну, в общем, одним словом, рай для тем, кто любит заниматься спортом. Ну и также повторюсь, вот для меня, как для болельщика, который любит ходить на большие мероприятия, это тоже, конечно, большой плюс Словении. То есть в данном случае Любляна, как столица, постоянно принимает какие-нибудь серьезные мероприятия практически каждый год. Так что вот так вот. Ну, друзья, скоро начнется матч. Уже тренировка вовсю идет.